один оловянный котел стандартного размера номер 2. Студенты также могут привезти с собой по желанию сову, кошку или жабу. И это можно найти в Лондоне? Есть шоколадные и мятные. Есть со вкусом шпината, ливера и требухи. Я не знаю. А сейчас я иду спать, пока у вас не появилась идея, как быть убитыми. Спальни мальчиков наверху и внизу с левой стороны. Комната девочек с правой стороны. Сообщаю вам, что ваши вещи уже доставлены. Фред не он, а я. И вы, мадам, еще называетесь нашей мамой. Я вас не пущу. Из-за вас будут неприятности. Я буду драться. Это Крэб и Гойл. Я Малфой. Драко Малфой. Квиддич – довольно простая игра. В команде по 7 игроков. 3 охотника, 2 загонщика, 1 ловец и вратарь. Первокурсники, запомните. Ходить в темный лес всем ученикам строго запрещено. Пока вы находитесь здесь, ваш факультет будет для вас семьей. За успехи вы получаете очки. За нарушение правил вы будете их терять. Да, конечно, ты. Я тебе кое-что принес. Боюсь, я случайно мог сесть на него. Но я уверен, он такой же вкусный, как и Белл. Предмет очень увлекательный. Как раз то, что вам нужно, Поттер. Вы слышали? Гарри Поттер, новый ловец команды Гриффиндор. Я всегда знал, что он справится. Здесь кто-то есть, мой хороший? Так вот, я не надеюсь, что вы оцените такую тонкую науку, такое точное искусство, как приготовление зелья, однако тех нескольких избранных. Итак, первый урок полетов. Ну чего вы ждете? Все встаньте с левой стороны от ручки метлы. Вытяните правую руку над метлой и скажите «вверх». А, Хагрид, тебе как обычно? Конечно, мы знали. Ты не мог им не быть. Моя прелестная сестра была такой. Предупреждаю тебя. Любое баловство, хоть какое-то, и ты не будешь есть целую неделю. Сколько подарков? 36! А в прошлом году я получил 37! А у мистера Поттера есть его ключ? Кажется, только вчера здесь были ваши папа с мамой и покупали свои первые волшебные палочки. А! Как попасть на платформу 9¾? Ой, не волнуйся, дорогой. Рон тоже первый раз едет в Хогвартс. Все, что тебе надо сделать, это пройти прямо через стену между платформами 9 и 10. А! Еще один Уизли. Разумеется, я знаю, что с вами делать. Гриффиндор! Убийство единорога – страшное преступление. Если выпить кровь единорога, можно выжить, даже находясь на волосок от смерти. Но плата слишком дорога.